И всем привет, с вами Нацер и... И я Ваня. И ты Ваня, окей, и ты Ваня, хорошо. С вами Нацер и ты Ваня. И мы продолжаем играть в покемонов. И мы идем на маршрут 118. В город Фортри. Пуш. И еще это было все? Я думал, что будет океан. Вы меня расстраиваете, люди. Держишься до океана. Маленький островочек был. О, смотри, мне новую удочку дали. Ты можешь ловить одного водного покемона. Крутого водного покемона. Так, давай я что-нибудь... Нет, я не хотел плыть, я хотел удочку. Не надо, зачем тебе удочка? Хочешь голден ставить? Давай, почему бы нет? Давай ловить покемонов. Когда можно, да... Стоп, удочка. О, смотри, то есть они еще не стакаются, то есть это уже новая какая-то. Клево, давай нажимай. Блин! Не надо крестом. Слушай, нажимать. Интересно. Я так давно уже не ловил. Бля. Давай, давай, Вася, мы сделаем это. Вася не ловится, все, побежали дальше. А, репортеры всякие. Сейчас не буду просто драться. Эй, посмотри сюда, я тебя помню. Тебя. Вся наша битва будет заснята на эту камеру. Я сегодня тоже что-нибудь скажу им в эфир. Какую-нибудь пафосную фразу. Дерутся в эфире против... Магнемиты. Дважды пнуть на магнемиты и... Удар. О, концентрация, слушай. Вау. Суперэффективно. Учись, это суперэффективно. На, боевая атака против остального эффективно. Ой, слушай. Зачем ты использовал концентрацию? Я думаю, за перевод это что-то типа будет бравой птицы. Нет, это концентрация, она... Ну, собирает энергию для критического удара. Лол, я даже в конфузии всех убиваю, настолько у меня клёвый покемон. 41 уровня против 27. Вот это нормально, чё? Ну так он же конфузиный был, он должен был как-то... А, чьё-то? Теперь у меня всё на плёнке! Ну всё. Расстроено. Ты не можешь этого забыть! Лично я никогда не забуду той первой битвы, когда мы в первый раз брали у тебя интервью! Что? Тем не менее, как думаешь, можно дать нам еще одно интервью? Давай! Замечательно! Давай интервью! Что там скажи? Фейл, блин! Че за бабушка и дедушка? Ну, бабушка и дедушка, что ты хочешь? Сейчас я стопаю запись. И мы продолжаем. Речь. Тут есть речь. Нет, это не круто. Чувств? Нет. Стиль жизни. Во, стиль жизни. Не то. Состояние, во. Ты просто тупо понатыкай там. Смотри, я колд. Здорово, что-то подобное я и хотел услышать. У меня такое чувство, что мы сможем сделать на основе этого отличный стиль шоу. Есть большая вероятность, что наше интервью покажут по телевизору, так что следи за вещанием. Еще увидимся. Но, в общем, смысл в том, что я взял, мы с ней подрались, и, мол, она спросила нас, какие были наши ощущения, я сказал, что было прохладное какое-то, даже не вспотел. Ну и вот. Бж. Короче, никто не видел этого фейла в начале, у всех есть бабушки и дедушки, что вы хотели. Ну, может были, может и есть, откуда я знаю. Ну, короче, они существовали или существуют. Вот и о чем. Кстати, ты не думаешь об своих новых видео какие-то снимать? Новинка какая-то.
Отличный ты вопрос мне задал, чувак. Ответь, всем же интересно. Я не знаю. В принципе, я сейчас снимаю ремейк Final Fantasy 5. Почему? Mm-hmm. Если меня не банят за копирайт, я могу снимать что-нибудь там Final Fantasy 4. Почему бы нет? Я думал поиграть в Ассасина, но мне стало жалко людей. Зачем выкладывать видео, которое супер сильно лагает? В принципе, я буду собирать, не знаю, где-то в мае, в июне себе сам компьютер. И, наверное, я поставлю ему хорошие требования, то есть там куплю отличные вещи. И, наверное, я что-то сниму, что-то интересное, новое. Не всегда же мне снимать эти все старые игры, что ты хочешь? Что? Не всегда же мне снимать старые игры. Не знаю. Давай, попробуй что-нибудь поозвучивать. Давай, читай. Сейчас сам читай. Давай, ты слышишь, ты читать будешь, я тебя заставляю, читай быстро. Не хочу я читать. Ну ладно, короче, ты я понял, ты стесняешься. Привет! Ты тот самый тренер из Дьюфорда. Да, точно-точно, мы встречались в пещере камней. Денджели, верно? А у меня хорошая память. Ну да, конечно. Сколько мы с тобой встречались? Серии 6 назад? Или 8, или 10? Какая вообще сейчас серия? Сейчас 20. Шестая. Шестая, да. А вот скажи мне, ты развиваешь покемонов одного типа или разных одного типа? Это же так интересно, когда у тебя много самых разных покемонов. Ты тоже так, как они, такой же, тоже такой толстенький собиратель покемонов, да, который хочет меня такого что-то на них посмотреть, да? Не, чувак, давай без этого, я не хочу. Тебе как тренеру надо порой задумываться над этим. Ох, прости, я выбрал не самое лучшее место для философской беседы. Что ты называешь это философской беседой? По-моему, ты просто прочитал мне лекцию, как мой папаня. Ага. Что ж, надеюсь, что мне еще удастся поговорить с тобой об этом. А сейчас у меня дела, до встречи. Ты даже драться не будешь? Спасибо тебе! Он потом будет с тобой драться. Он в команде с тобой будет драться. Так, по какому мне пути идти вообще? Сначала по верхнему. Стоп, а вообще где мы? Нам нужно наверх идти, видишь, в Фортри. Я же тебе говорю, что наверх. Подождет пока это. Не подойдет. Сейчас будет это, сейчас будет реклама, типа. Лайну. Этот покемон поможет вам сделать все. На нем вы можете переплывать океаны. Он может работать дровосеком и рубить вам деревья. Кто знает, может он может и летать. Лайнун, заказывайте прямо сейчас в наших магазинах. По оптовой цене всего $15 за одного покемона. Спонтанное, короче. Короче, спонтанное. Я хотел спонтанное, и все. Ну, да. Это никому не понравилось. Меня никто не оценил. Блин. Будем опять садить чеснок. Не знаю почему, но я хочу садить чеснок. Может, я сейчас попаду на ту ягоду. Авокадо. Випер. А, вот авокадо, это випер, все. Ну что, побежали дальше? Не побежали. Отлично, просто! По какому же пути мне нужно было идти? Я так и знал, что это путь наверх нужно быть. Лети, мой покемон. Ну, давай, лети. Подожди! Это вообще как? Чё? Что? В данный момент игры появляются редкие виды людей, которые маскируются под рокеров, хотя они птичники. Ну, вообще-то нет, это просто птицелов, которого птицы взлетают. Не, ну... Летающий покемон. Я тебе сейчас покажу, почему. Ну, ты заметил, что он птичник, да? Да. Ой, у меня птички даже есть. У меня тоже есть птичка, ха-ха-ха. Птичка синяя, твоя птичка синяя. Слушай, а что, я Вингала не прокачиваю?
Да, ты собираешься пройти всю игру с одним блейзингом. Нет, ты меня недооцениваешь. Я недооцениваю. Ты, походу, за серией будешь тренировать покемонов в пещере, где 40 Я пройду игру с Мэджикарпом. Вообще-то с Гиардосом. Почему? Можно же останавливать эволюцию. Да, знаю, но зачем тебе останавливать эволюцию? Мэджикарп бесполезный покемон, если он не функционирует. А я возьму и сделаю невозможно. Пройду лигу Мэджикарпом. Мэджикарп 45 уровня. Я скинь, это им атаки будут. Не знаю. Отличный чувак. Так, блин, у него осталось 2 уровня для Пилипера. Хотя бы этого Трапиха или как его там? Кого? Ну, этого, который ты взял. Трапинча, сначала Вингл. Хочешь его тренировать до этого? Нет. Вау! Вот и высокий трава, тут будет совсем новый покемон, травяной покемон. Да ладно! Это что, трава? Это реальная трава, только очень высокая трава. Я не верю тебе. Ну, аж сам зайди в неё. Там вообще люди почти не видят. Пердушку только видно. И там, капец, тяжело. О, смотри, это фанаты жуков! Да, это, вообще-то фанаты травяной. Нет! Не надо! Нет, только не Веридианский лес! Это не Веридианский лес. А, ну да, точно, это же Вумпл. Чёрт, чё я так вообще? Веридианский лес, ты попутал с Файреддом чё-то. Ну, я подумал, что ты, чувак, приехал сюда из Файреда. Почему нет? Файреда, ага. Сейчас. Имею право, у каждого есть человека. Там всякие фигнюшки. А, ну тогда он нормальный, я его не боюсь. Не боишься? Только что кричал, а вот сейчас не боишься. Ну он же не из Файреда. У него же нету никаких Катерпи там этих, Баттерфри. А чем тебе не нравится Катерпи, чем тебе нравится Баттерфри? Чем тебе нравится... Ты помнишь, как я Батхёртил в Файреде, а? Я не смотрел, как ты Батхёртил в Файреде. Посмотри, как я Батхёртил в Файреде. Окай. Ты поймешь, почему вышло всего 5 серий Файреда. Значит, была причина, почему ты остановил Файред. Да. Вот, царапать? Да. Нет, только зачем ты изучил? Хотя посмотрел, какая сила у царапать. У царапа 75, у быстрого удара 40. Ну-ка, беру свои слова обратно. Я всегда думал, чем отличается Силкун от Каскуна. Каскун превращается в... Нет, ну, понимаешь, я понимаю, что у них там цвет, глаза, но так-то они одинаковые, и почему у Силкуна чёлка? Это как какой-то бибер, который бибер. Блин. Не знаю, мужской пол так эволюционирует, женский вот так эволюционирует. А, куда ты ходишь? Ну, как тебе объяснить, то есть, это ловят жуков. А, ну да, он еще в Файреде был таким. Нормально. Ну так вот, смотри. Чё жука бьют дважды пнём? Блин, я идиот. Ну, конечно, он себя восстанавливает. Это ему не поможет. Или поможет. Уху! Блин, нужно ему Thunder Punch выучить. Электрический пинок? А? Электрический пинок переводить. Ну да, чтобы жаркий пинок, электрический пинок, можно Water Punch еще выучить. Чтоб остался этот осилить Thunder Punch, Water Punch и.. Fire Punch, чтоб вообще просто лигу полностью... А где травяной пинок? Вот Grass Punch не существует вроде как. Mm-hmm. Или он как-то по-другому называется, что я о нем не знаю. О, смотри, там еще кто-то есть. Иди сюда. Ты поищи по роще, ну по этим травам. Найдешь код перед покемоном. Да, я сейчас особо не покемонов ищу, я сейчас особо иду к Гиму.
Понимаешь, как тебе сказать, я ловлю покемонов только тогда, когда они представляют огромный уровень для себя, ну, например, на данный момент. Тут огромные уровни будут. Ну, понимаешь, если этот будет покемон, который у меня нет, то я его, конечно же, словлю. Почему бы нет? Тут покемоны, тут будет такие покемоны, которые у тебя нету. Ну, я же говорю, если они их у меня нету, то я их словлю. Я не буду, понимаешь? Ты, наверное, замечал, что я не бегал, ловил покемонов просто полностью. Ну. Если, понимаешь, если там не захотелось на какой-то локации остановиться их половить, это просто потому, что я так захотел. Вот в последнее время я просто хотел как можно быстрее все это пройти, чтоб... Смотри, сейчас будет этот эпичный момент. Сколько серий прошло? Во второй серии я поймал Вингула. Сейчас 26-й эпизод, и он наконец-таки эволюционирует. Через сколько? Смотри. Но он должен, по идее, сейчас эволюционировать. Значит, 24 серии он эволюционирует, да. Капец. Да, летающий водный тип. Мне нравится. Вингу. Пилипу! Защити. А, это я знаю, это протект. Знаешь, не буду защити. Это... Я не буду защити, потому что он неинтересно. Покедекс. Где он? По-моему, я его пропустил. Да, вот я его пропустил. Пелипер охотится, летая над морем на бреющем полете, почти касаясь верхушек волн. Погружаясь в здоровенный клюв в воду, он зачерпывает разнообразную добычу и немедленно глотает. Глотая всяких маджикарпов, вот зла... Фига себе, какой он большой! Да, он... Какой у него крик? У него вот этот крик? У него этот крик. Пелипа? Да. Пелипа! У него должен быть такой Пелипа! Пелипа! Не знаю, не могу этот крик. Пикачу! Пика-пика! Пика-пикачу! Никогда не мог. По-моему, я только в детстве мог как-то еще звук Чикариты воспроизвести. Сейчас я уже не могу. Голос меняется, люди растут. Ну что? Смотри, у меня сейчас все покемоны на финальных эволюциях, кроме динозирки. Почему я назвал его динозиркой? О, господи, это зигзагун 25 уровня. Тут вводится Трапиас. Какой травяной летающий тип, походу. Трапиас? Кто такой Трапиас? Я не знаю, что такое Трапиас. Типа такая большая, большой жираф, только зеленый. Это не Трапиас. И с крыльями. Это Тропиус. По-моему, так его зовут. Тропиус, да. Я не помню. Посмотрим. Потом. Только я видел еще одного тренера, я иду с ним драться. Он вот в этой местности водится. Он тут и водится. Ох ты, сколько вас тут! Вообще много. Вот как он меня увидел? Я еще не перед ним. Да выходи из этой рощи уже. Да, я наконец-то попался, или я наконец-то поймал. Что это за бред? Попал. Да, кому он попался? В лапы браконьерам или в лапы педофилам? Или в лапы вурпов, или в лапы бьютифлай. Это как его, эти вурпы такие, иди к нам в лес, мы отвезем тебя в хороший веридианский лес, там много всяких вкусных ягод, ты сможешь там жить. Хорошо проводил веридианский лес, говорит. Я не могу забыть его. Че тебе он не нравится? Че тебе такого плохого сделал? Я ненавижу, по-моему, только две локации в FireRedi. Ну, на данный момент это гору, в которой я остановился, и Вердианский лес. Ну, да. Ладно, я потом посмотрю, за чего ты так ненавидишь Вердианский лес. Мне интересно. Че тебе не понравилось? Не отличие, отличие.
я легко проходил и ловил там Пикачу. Хотя я трепался с этим Пикачу. Я один раз не попался, три раза подряд Пикачу попадал в призыву. Так, что-то я вообще заснул. Ой-ой-ой! Вот это только русский человек мог сказать ой-ой-ой, он это, не знаю. Стоп, что это за дом? Не знаю. Вы чё? Они меня окружают, слушай, я боюсь. Они меня окружают. Во! Пещера начала, призраки покемонов. Как раз там. Да чё ты назад бежишь? Тупая. Тупая. Что, вот тут пещера. Это же тут пещера? Или нет? Не знаю. Вроде нет. Если тут какой-то путь, то, наверное, это не пещера. Рыбаки меня достали. У него четыре. Да, вот в этой серии не дойдешь до летающего стадиона. Какой летающий стадион? Я хотел пещеры призраков. Ну, кай. Я, короче, однажды такой забил, как словить без читов, короче, черного Чаризарда в этом. Ну, честно, это шайн, черный Чаризард. Ну, я знаю. Я такой прочитал, и, короче, я такой читаю, где словить, и, короче, читаю, короче, главу этого фанфика, я такой, что за херня, где есть гора, в которой какие-то камни, и вообще. Ну, потом я уже, конечно, понял, что это был фанфик. Потому что там внизу писали комменты отличная глава. Фимус, ты тоже свои чибиса. Он прикольно эволюцию делает. О, Майлотика. Да. Слушай, а мне нравится так отрапать. Ну, он это карвана эволюционирует в такую акулу, наполовину акулу. Типа. Шарпеда. Да, шарпеда. Диносирка. Стоп, почему диносирка уже 20 уровня? Что я пропустил? Так. По идее, в Покинаве нам до сих пор показывают, что мы на 118 дороге, правильно? Угу. Да. Так, плывем сюда назад. Назад и потом вверх. Вау. О. Так, подожди, я что-то пропустил, походу. Куда тут идти и где эта пещера с призраками? Она как раз рядом. Ты должен себя пройти вот этих тренеров, и потом дойдешь до этой пещеры. Ух ты, мне нравится этот спрайт. Мне нравится, это типа такой... Забудь. Что забудь? Не, я сказал забыл, как называется. Рейнджеры? Да, покерейнджер, точно. Тебе такой, у них тоже такой наряд, покерейнджер. Не, мне нравятся спрайты, только тут всяких... Ну, всяких тут, короче, не могу сказать слово. Я забыл его. Всегда, когда на записи забываешь что-то. Ну, мне, короче, нравятся тут всякие спрайты. Вот знаешь же, сейчас выходит книжечка про этих 25 лет там покемонов, не знаешь? Да. Ну, типа, от самых первых. Блин, если там будут какие-нибудь спрайты, я бы обязательно купил. Вроде как она на английском должна выйти. Ну, просто я видел ее на японском, и вроде как на сайтах она уже какая-то там, ее обложка на английском. Вот я сюда... Ух ты! Ух ты! Смотри, тут есть мосты. Наполовину мосты, да, только тут с велосипедом проедешь. Лол. Что это за ерунда с мостами? Это очень недостроенный. А, подожди, это база. Блин. Ну давай ягоды что ли возьмем. Почему бы нет? Да, сажаем ягоды. Так, это значит что? Лепа. Апел. Это значит ягоды. Это, по-моему, яблоки, да? Не, яблоко это apple.
Но все равно давай, давай, давай рискнем. У меня есть яблоки. К сожалению, яблоков у меня нет, значит это. Ну ладно, забьем. Так. Вы меня напали! Он тебя напал. Лина. Собачка. Собачка, почему? Почему? Выглядит как собачка. Почему Лина собачка? Да почему Лину собачка? Спасибо за ответ. Почему? Почему Зигзагун похож на собачку, а Лина не похож? А, ты про это? Может, потому что Зигзагун не собачка? Может, Зигзагун наполовину смел, похож на собачку. Ну, хотя, ну, может быть, питомец. Типа собачка. Так, все, я сюда не иду. Так, где-то пещера, ты должен сюда пройти, я уверен, что там дальше. Там и... дальше проход, значит, плывем. И не бойся. Сейчас, ты сейчас зрителей напрягаешь. Нормально! Нормально. Переживут. И чё там только переживут, чё, и чё там только покибулы все. Так, у меня бомбануло. Я просто не хочу идти в заросли. Надо пить, надо. Опять рекламируем Лайнуна как отличное средство. Мы до сих пор его продаем, если что. Ну, в принципе, на этом все. Уже 26 минут есть. Мне было приятно играть с этим человеком. Наверное, я буду с тобой еще снимать. Ты же будешь со мной еще снимать? Да, куда сидим? Ну, наверное, в следующей серии мы будем снимать с ним, когда вот Маша вызовет, я попробую еще с ней снять. Что ж, всем спасибо, всем пока. Это были Покемон Сапфир. Пока.